Вот я замочила черешню, настоящую, натуральную, так сказать, которая растет дома просто. Это вот Ирина мне подруга привезла, у нее дерево. Перед домом растет этой черешни. Вот просто купили дерево, посадили. Вот как у нас там росла эта черешня, вишня, простые деревья, но ничем, правда, не обрабатывается. Хотели ее покушать вчера. Стали пробовать, и почти в каждой ягодке там маленький червячок сидит. Сейчас вам покажу. Я уже, правда, слила воду, так залила, хотела показать, как они вылазят и сверху плавают в воде. Но что-то Так, не сейчас получилось. найду эту черешеньку. Ну просто к чему я вот это решила сделать это видео, почему именно американцы они не едят вот эту вот настоящую, так сказать, черешню, яблоки, которые растут у них в этих где-то в парках, там в садах. У меня вот несколько подруг американок, и они, конечно, были в шоке, когда, ну, они вообще говорят, что вот вы русские, едите вот эти яблоки там с деревьев, собираете, что этого нельзя делать, нужно только магазины кушать, потому что там черви. И вот, ну, насколько мы знаем, когда черви, да, это натуральный продукт, и, конечно, с червями не будешь яблоко есть, но есть яблоки, которые без червей. А вот эту черешню, конечно, да, я их понимаю. Теперь что-то особо не хочется Вот я кушать. их позамачивала в воде. Так, вот сейчас покажу. Вот, видите, вот тут вот. А. Так, сейчас я его... Вот я его выдавливаю. Этого маленького червячка. Вот он. Вот он раз. И вылез. Вот он на ягодке сидит. Ой! Ужас, ужас. И вот так вот в каждой ягоде. Конечно, да, это неприятное такое зрелище. Ну вот, поэтому они и не едят эти ягоды. Маленький такой. Их много было, но уже ладно. Все не покажешь, уже я их посливала.